Значит. Так, ну что, пробуем. Посмотрим, что у нас в этот раз закусится. Раз, два, три. Всем привет, ребятушки. Всем еще раз привет. Ну что, пробуем. Ну, работает вроде бы где-нибудь. Что за фигня? Закусится. У тебя есть что-нибудь поесть? Раз уж Видать? пробуем. Есть, есть, да, поесть. Сейчас, погоди, давай я по звуку отстрою. Скажи сейчас что-нибудь. Говорю. Есть, есть, да, поесть. Сейчас, погоди, давай я по звуку Да. отстрою. Скажи сейчас что-нибудь. Говорю. Есть, есть, да, поесть. Так, вроде отлично. По-моему, вообще супер. Так, морковки. Морковки пожарю, пожалуйста. У тебя-то есть что съесть? Да, я уже поела. Что, обед по расписанию? А что я Есть, побитый да, уже весь? поесть. Так, вроде Да. отлично. Мы же пауков били. По-моему, Короче. вообще супер. Ой, так, морковки. Какие-то голоса непонятные на заднем фоне еще. Есть, да. Почему-то рестрим отсоединяется с ноутбук гейма. В смысле, с Сайбергейма. Ноутбук гейма. Ты круги нарезаешь. Тренируюсь. Робот, робот-спортсмен. Да, очень здоровый образ жизни. Итак, побежали куда-нибудь. Пойдем по дороге. Там быстрее бежать. Итак, что еще? Бифало? Я думаю, да, этих кого-нибудь искать надо. Свиней, коров. Я не знаю просто, как тут выживать вообще. Я тут умирал день на четвертый или пятый. Я тут пару раз пробовал один. Ну, День на тут четвертый и мало пятый вот. я умирал от того, что у меня мораль проседала просто и все. На пятый день, по-моему, прибегают собаки еще. Да? Да. Нет, значит, на четвертом я умирал. Вот прибегают собаки и делают а-та-та. Нет, такого вот я не видел. Так. В общем, тебе надо насобирать цветов, чтобы сделать веночек, чтобы. А, да, есть так. Я делал, кстати. И у меня все равно я умирал. Так, я уже могу сделать одиночек. А у меня 6 цветочков. О, блин, индюк какой-то выскочил. Так. Пчелы какие-то летают. Жук. Жук. Упс. А эти ульи можно как-то грабить там? Что-нибудь с них? Ну, как бы да, их как-то там что-то с ними делают, честно говоря, я не знаю, что. Понятно, понятно. Я еще находила тут этого Честера. Да, я тоже тут Забавно. находил. Причем вот я играл пару раз, и они прям подряд у меня выскакивали Честера. Аж два было в одном трае. Так, ну вроде у нас Круто. все работает. Всем привет, ребят. У нас Don't Starve Together вместе с Сонной мы играем. Падала у нас трансляция почему-то в гейме, поэтому рестарт был небольшой. Так, надо сделать шляпу, да? Угу. Все, теперь все бабы мои. Я в шляпе. Ну, тут мы вроде как бы нам Тут, куда похоже, нет идем? никого, да? Ну, походу, что да. Кролики вот есть вкусные. Ну, идем куда-нибудь. Я не знаю, что делать. Идем просто вниз пока. Свинями не пахнет пока. Вроде свиньи обычно находятся на одном из концов каменной дороги. Да? Да, О. насколько Ничего себе. Ну а там рядом с этими свиньями, я так понимаю, и машину эту ставить надо, да? И всякие эти костер там такой долгий. ну, как бы, ну, просто потому, что они защищают от всяких. Ну да. Они не агрятся здесь на тебя, кстати, свиньи? Они, по-моему, только в полнолуние. Да. Жить. По-моему, они в полнолуние превращаются в этих в оборотней. А. И Так, что-то мы куда-то убежали, фиг пойми куда. И не на дороге, и к черти ну где вот вообще. мы Давай давай куда-нибудь. пойдем налево. Давай, я уже бегу. Ты карту не крутил? Нет, не крутил. Я можно крутить еще.
Ну, значит, у нас правильное лево. Точнее, одинаковое лево. Зачем они сделали, чтобы можно было путать карту? Чтобы все путались? Ну... Тут же нет ни север, ни юга обозначения. Ну вот. Жесть. Так. Время где-то ночь, скоро все сильнее, понятно. Так, немного. Нифига не видно уже, стало вдруг. Давай тоже нарублю. Что это? Робо-женщины работают, а мужик отдыхает. Я, кстати, забит уже, не так? Прилично так. Ну, чтобы самое сделать рюкзак, нужна машина. Не падает золото пока. Ну, золото, оно вот, надо эти... Вот, свиней висят. Ой, это алтарь, кстати, ты знаешь? Это типа воскрешаться там, да, кажется, можно? Да, да, да. Если глупнешься. Я такой находил один раз. Угу. А можно, мы можем оба его заюзать? Ну, по-моему, он на один раз, если я не ошибаюсь. Ну, для каждого. Или кто-то один из нас только может. Кто-то один, по-моему. Ну, давай ты тогда юзай. Ну, я еще не умерла, простите. В смысле? Ну, ты, нужно его поджечь, как бы, и тогда ты воскресишься, когда умрешь. Ну, я же пока жива. В смысле? А, подожди. А можно, подожди, его ж можно разжечь было, типа. А тебе сейчас зачем? Ты же сейчас живой. Его юзаешь, когда умираешь. И тогда а как ты его заюзаешь, когда ты умираешь? Я так понял, просто... что ты когда живой, ты его юзаешь, а потом, когда ты умер, ты туда возвращаешься просто. Нет? По-другому работает? Я не знаю. А что, его надо разжечь, хочешь сказать? Ну, я вроде что-то делал с ним в прошлый раз, а сейчас что-то ничего не делается уже. Ну ладно, может, мы просто пробежали мимо него, он такой, типа, окей, работаем, значит. Сделаем еще так, ладно. Ну что, тогда идем вверх, что ли? Идем, идем. Так, ну давай тогда я где-нибудь здесь, наверное, костер сейчас. Ой, нет, давай только не у пруда, сейчас лягушка повылазит. Да, давай, побежали. Так, давай ставить, я думаю, надо. Ты ставишь? Или мне поставить? Ставишь, да? Ну, нормально, тут нарубим пока дров. Всяческих. Ай, эти вот она. Надо покушать. О, что это? Привет, Виталик! Это ж Don't Stuff Together. Don't Stuff Together. Мазафака. Йоу, нига. Я бы даже сказал. Заходи, Виталик, присаживайся. Иди поешь, что ли. Ем. Мы играем на пару с Сонми. Так. А вот это паучье мясо, его можно есть вообще? Ну, по-моему, я его не советовала тебе его есть. А, мясо монстра? Да, или да, паучья железа? Нет, мясо монстра. Ну, его можно, ты его можешь пожарить, например. Оно ничего не мне не навредит? Да нет, не должно. Его еще вялить можно. Сейчас зажарим тоже. Сразу все нажарим. Вроде жарится, не знаю. Ну давай тогда сейчас пойдем куда идем? Наверх совсем? Да, пойдем наверх, я думаю. Ой, у меня топор сломался. Работы было много, Виталик. Ну, ничего страшного. GTA почти прошли, там остался, я так чую, часа на два, наверное, еще. Вот. Но у нас в какой-то веке удалось с Сонми собраться, так что мы сегодня в Don't Stuff Together немножко попаримся. Так, наверное, надо ломать эти штуки. Давай я тут руду сейчас порублю, может, золото найдем.
Там нет золота, там только камни. О, я нашла бифола. А, в такой не вываливается, что ли, с такой руды? Нет, там видно уже, что где есть это. Я думал, рандомно просто падает. Что попало? Я нашла этих бифола. Давай минут тебе. Так, ну златишко надо найти тоже. Конечно же. Да. Как ушел открываем. Я полагаю, где-нибудь тут недалеко, тогда от них поселиться что-то. Да, песочница, выживалка такая всякая. Ну, надо, чтобы еще были эти... кролики там были. Кто были? Кролики? Ну, мясо, ага. А там внизу были кролики, кстати. Ну, что-то недалеко бегать, ловушку на них ставить. Ну, они вроде прямо там рядом были. Пойдем, подожди, я так это мельком видел. Сейчас я прочекаю. Понял, вместе. Я тут буду где-нибудь недалеко. Давай, хорошо. Да, Виталик, это песочница. Такая стандартная, довольно. Кстати, а ты какой мир создал? Большой? Я вообще без понятия. Все дефолтное было у меня. Ну вот три норы здесь есть. Кратчач. Так, я нашла это. Тут есть три норы и это, червоточина есть. Четыре норы кролячих. Слушай, давай, наверное, здесь ставить нужно. Я думаю. Четыре норы, это нормально? Ну, молодцы, может, а, вот еще есть тут, да. Каменная так. Дорога тут, кстати, есть. У меня есть одно золото. И есть еще золото. Смотри, пять зайчик нор тут есть. Есть каменная дорога, здесь я нашел. Ой, нельзя, наверное, есть было мясо монстра. Он написал, что ему нехорошо. Я, короче, прыгнула в червоточину какую-то, которую нашла тут. А, вот. О, привет. Привет, привет. Смотри, вот здесь вот снизу, там есть норы зайчи. Пять штук там их. Ну, далековато, пойдем. В смысле, а слева баффало, а здесь норы. Да. Ну пойдем по дороге, ты говоришь, там эти свиньи по дороге, да? Ну, на одном из концов. На каком, ну, не вот знаю. Дорога. Там внизу она заканчивается, пойдем наверх. А, сюда. Здесь конец, да. Бежали наверх. Ты хочешь возле свиней поселиться? Ну давай попробуем. Если здесь, ты говоришь, мало еды, получается. Я просто вообще без понятия, сколько там этих кроликов, в смысле, надо. Ну, в принципе, как бы я думаю, что не принципиально. Че, куда? Налево-направо? Пойдем наверх. Все время наверх. Какая разница? О, можно рыбку ловить. Да, тут можно рыбу ловить? Да. Прикольно. А, конец. Ага, все понятно. В общем, у меня есть два золота, так что мы, кажется, можем поставить машину. Отлично. У меня кирпичей мешок целый. Я тут не убил. Так, где дорога-то? Что-то не понял. Она где-то там еще ниже. Она где-то... Она что тут была? Она, может, закончилась тоже? Без понятия. Надо чуть-чуть наверх. Пойти. Вот она, дорога. Так, ну чё? Чё, сигать туда помогаешь? Ну чё, пойдем налево. Пойдем. Тут вроде поля какие-то. Что есть, что вкусное. Вот бычки у нас тут. Офигенная дорога какая. Еще бычки. Так, тут вверху конец уже. Так. Ну что? Да. Где будем жить?
Надо найти место рядом с этими самыми коровами и с едой какой-нибудь. Ну, мы тупо сейчас в глухом лесу. Ча-ча? Я говорю, тупо мы сейчас в глухом лесу. Подожди, давай посмотрим вокруг коров, что там находится. Ну, вокруг коров, я думаю, что нет ничего, кроме этих травы. Может, там зайцы есть? Подожди, а мы что-то были уже почти в этих коровках. Посмотри по карте. У нас там открытие почти. Были. Смотри, вот здесь нора есть одна. Ой, идем, буду костер ставить. О, не подходи. Ой, не подходи, я его что-то не увидел сразу. Кстати, если мы его убьем, то у нас будут шестеренки. Это что за зверь вообще такой? Плохой зверь. Лучше не лагнуть. Ну нафиг. Итак. Так, куда идем сейчас? Давай вот там внизу, смотри, вот карту открой. Угу. Вот. Сейчас объясню тебе. Блин, а как, нельзя никак показать на карте место? Нет. Ой, а тут вода, да, разделяет посерединке еще получается. Ага. Какая-то фигня такая, типа реки. Ну давай вот правый нижний угол здесь прочекаем, что там есть. Ну давай. Если там есть еда какая-нибудь. Окей. А так вот справа от речки вот это поле там было. Там были быки, я помню. И внизу угу. Там были кролики тоже. Можно там поставить. Ну побежали, что? Побежали, давай проверим, что внизу. Ну, тут, кстати, тоже кролики вроде. Смотри. Угу. Ну, вон там внизу еще есть. Ну, надо, я думаю, уже где-нибудь селиться, потому что скоро уже эти прибегут. Да-да-да. Ну, смотри, вот здесь еда есть тоже. Можно далеко... А, вот дорога, кстати. Подожди, это дорога была. Нет, это была река, все правильно. Смотри, тут кроликов дофигища, смотри сколько. Давай здесь ставить. Это что такое за ковры? Не знаю. Головы пирамиды головых и Селм Хилла висят. Добыть. Походу на камень. Можно держать просто. Нажимаешь и держишь. А, это рано. Оставим, наверное, пока вот здесь. Угу. Я предлагаю там наверху у быков делать. Жилище, а здесь будем фармить кроликов. Окей. Все, вроде здесь край карты вот как раз. Давай расколочу еще. Так, все, бегу наверх с тобой. Ну, я думаю, совсем близко так грифово не надо тоже селиться, потому что у них тогда весна настанет, голову что-нибудь торкнет и выстрелит. Ой, это что такое? Это кто такой? Они агрятся. Че за глазастый какой-то хрен? Опасно, опасно. Вообще. Так, ну вот они такие. Эти механические штуки, они для меня полезны. Смотри, пойдем вниз, Сонми, пойдем вниз. Ага. Вот сюда возвращайся. Вот тут на дороге давай сделаем. Чтобы побыстрее до кролика добегать. Здесь дорога вроде. Ну, вот она сейчас будет. Да вот хоть прямо здесь, я думаю, можно поставить. Быки вроде там вверху рядом получаются. Где они? Вот они прямо наверху получаются. Давай прямо здесь ставить.
У тебя есть на это, на машину ресурс? Да, 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 да. Ну давай, ставь. Да. Мы сможем ее вдвоем использовать, ведь правильно? Да, конечно. Так. Давай я поставлю кострище. Она. Так. Только с этим, из камней, которые, да? Да, 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 да. А кролики не разбегутся отсюда, если мы здесь будем тусить, кстати? Нет. Mm. Ну, давай сюда, не знаю, куда. Великолепно. Так. Вот, так. Видишь, открываешь выживание, там есть жертвенное сердце. Вот это крафтишь, и можно воскрешать друг друга. А что за выживание? Где оно? А, вот выживание. Ловушка. У меня нету. А, самое первое. Самое первое. Ага, какая-то мясная хрень нужна, да, мне? Ой, давай убьем. Нифа. Зачем? Ой, нет, не надо. Он сейчас садится там, да. Ну, чтобы это кусок мяса, то, что надо быть. Так, что мы можем делать? Мы можем сделать какие-нибудь стенки или что-нибудь? Они вообще помогут, ты не знаешь? О, я сделала рюкзак. Скрафти себе рюкзак. Думаете, мы что-нибудь делать? Сейчас. Выживание. И рюкзак там. Где он закрыт? Рюкзак. У тебя есть палки и трава? Они да. Зеленые посветятся? Он у меня зеленый, но замок. Ну вот, нажми на него. Эх, все, он скрафтится. А, все? Почему замок висел тут? Понятно. Так, сушилка. Стена из травы мы можем строить. Так, каменный блок и уголь. Вот что нам надо. Каменный блок и уголь. Каменные блоки могу сделать. Сколько их нужно? Сейчас скажу. Три. Так, а что ты хочешь делать из них? Надержи. Хочу сделать это. Да-да-да. Казан. Теперь мне надо еще угля. Угля, это мне надо сбегать в лес. Ну ладно, я попробую что-то сбегать. Это нужно костер наверное, разжечь, да? И потушить его? Нет, это этот. Может ловушку? Я пойду лес подожгу. А? Ты смотри, сейчас ночь уже будет. Нет, я никуда не буду бить сейчас. Давай ловушку, может, поставим, попробуем. А, кстати, давай ловушек мы делаем. Ну вот я тут поставлю. Что мне нужно? Я поставил вроде 5 штук, должно быть нормально. Ага. А, надо сейчас сундук сделать. Что тут можно делать вообще еще? Лопата. Так, у тебя есть дерево? Да. Можешь сделать две доски еще? Да, могу. На-ка тебе. Так, это вот сделаю я сундук. Бритву можно сделать. Это чтобы бифала этот побрить на зиму. А. Я думал, что брить моего персонажа. Ну, у тебя и борода вырастет, да? Ну да, 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 я говорю. Так, что-то мне нужно еще веревку добавить. Ну, еще надо, наверное, броню сделать. Деревянную. Хотя бы. Броню? Ой, блин, блин.
Че там, ты как прибежал? Нет, я что-то это самое. Кое-что не нужно, я не приготовил. Копье могу сделать. А где сундук поставила? Вон он сверху. Что туда можно сложить вообще? Так. Давай вот я камни всякие туда сложу. Да, складывай. Селитра что-то. Да, так, я чем-то пойду это самое. Сейчас. Я что-нибудь собираю. Что-то кролики не ловятся. Плохо. В сундуке можно кроликов собирать и этот самый, вставлять их там. Они не портятся, что ли? Нет. Или живых кроликов ты имеешь в виду? Ну да, живых. Интересно. Так, я понавтыкаю, наверное, еще ловушек здесь везде. Угу. О, один попался, говнюк. Отлично. О, я горю. Горишь? Я горю. Что случилось с тобой? Ты что там делаешь-то? Я делала этот. Ты жива? Да. Мне просто нужен был уголь. Там не увлекайся. Так, что-то я снимаю эту фигуру. Ловятся кролики, я наврал тебе, это уже двоих я нашел здесь. Так, а где топорно? Вон, скрафтишь топор. А ты что там, кстати, добываешь? Или что ты делаешь? Серу, да, там? Или как? Уголь. Нужно дров еще нарубить. Там нет рядом с тобой? Дров? Сейчас да, нарубим. Деревях всяких. Я тут просто полвеса. Я тут всякую траву, такую сухую траву собираю. Я еще какой-то кусочек мяса поджарила себе, кого-то точнее поджарила. Траву собираю, руду и кроликов собрал я. Вот, так что. Сейчас я этот приду, сделаю казан. Можешь веревки накрафтить? Да, могу. По-моему, 3 штуки надо. Я сделаю эти сушилки, будем мясо вялить. Это я люблю. Надо что-нибудь из еды приготовить. У тебя есть что-нибудь поесть? У меня 4 морковки и 8... А, нет, тут шишки. 4 морковки есть. Надо за едой куда-нибудь бегать. Ну, у меня есть кролики еще. Ага. 2 кролика у меня есть. Сейчас еще, может, там падают с несколько штук. Можем тефтели, в принципе. А, нет, без мяса мусор. Можно, я думаю, что-нибудь из кролика приготовить. Давай. Фрикасе из кролика. С джинным соусом. Я не хочу. Ой, сломался. Лом мой. Yeah.
Ну, в общем, мы с тобой очень долго искали место, где мы будем жить. И нас убьют сейчас? Ты хочешь сказать? Ну, не знаю, пятый день. Обычно ко мне на пятый день собаки прибегают. Так, надо сделать бронь, да, тогда какую-нибудь? Ну, да. Так, а как это сделать? А когда собаки прибегут, мы можем к Бифову убежать. А они их убьют за нас, что ли? Да. Какие хорошие. Так. Ну все, в общем, я, короче, пойду тогда домой. Давай, давай. Можно еще сделать это. Огород. Ну, в смысле, грядки. Я думаю, нам кроликов пока хватит. Единственная трава, она восстанавливается еще, трава эта? Ну, да. То есть она заново вырастет. Угу. Честно, точнее. Да, я думаю, надо нам это, деревья пересаживать к нам поближе. У меня есть шишки. Я могу их сажать здесь? Да, левый кнопка. Ой, или правый. Ну, прям вот здесь, то есть я могу сажать. Или нужно именно на той земле сажать? Да нет, где хочешь. Понятно. Так, ну вроде, я думаю, сейчас нам мяса хватит на первое время. У меня тут штук 6, наверное, кроликов. Угу. Я наставил много ловушек вроде. Угали вот тут. Итак. Коза. Так, кроликов, короче, в сундук, да, складывать? А, ну да. У тебя есть ветки? Да-да-да, трава, да? Ну, веревки тебе нужны. Да, три веревки, есть просто ветки. Должны быть. Так, держи веревки. Угу. А, блин, веток нет, кстати. Плохо. Так, как разжечь костер? Как разжечь костер? А! Сейчас разожгу, не помню. Где? Я ничего не вижу. Факел. А как разжечь-то его? Нужно факелом, что ли? Да, нет. А что ты делала, чтобы разжечь его? Деревяшки кидала туда или что? Я кидала навоз. А, и все, да? И он сразу разгорается. Ага. Все, понятно. Ну, так ничего себе. Жить-то хочется. Так, и что мы будем есть теперь? Кусочек мяса. Ну, не знаю, у меня 64 голода. У меня 91. Нормально еще. Я думаю, нам надо за лесом идти. Так, я думаю, надо леса, а тут бревно. На, мне 20 штук. О, у меня вот в сундучке я положил 5 штук. Надо сделать еще сундук, я думаю, да? Давай. А. Угу. Мне нужны иголки, я тебе, оказывается, все отдала. Давай сейчас скрафчу. Так, мне нужно еще две, наверное, примерно. Кто нужен? Две. Две доски. Две доски. Угу. Так, держи. Угу. Доски в сундук кладу, оставшиеся. Хорошо. Деревяшечки. 9 штук у нас. Так, я сделал копье, деревянную броньку себе. Угу. Угу.
А у тебя есть морковки или ягоды? Не-а. Так, шишки просто втыкать в землю, да, здесь? А, они падают просто. Подожди. Это... Правый, по-моему. А, вот, наверное. Ну что, предлагаю куда-нибудь ходить за едой. Да, да, из тебя ландшафтный дизайнер, конечно, не такой. Ах ты, великолепный, смотри, какой стенка у нас получилась. Застроечка, застроечка от бога. Так, а кролики кончились уже? Во втором сундуке я сложу кролик. А, нет. Я сейчас еще пробегусь тут, соберу оставшихся еще. Ага, хорошо. Так, камни. Там камни есть, нам нужны ветки. Веток совсем нету. И дров не очень много у нас. Камней вроде там хватает у нас. Мне еще надо, кстати, задуматься надо о зонтике, потому что я от дождя страдаю. Да. Задумайся. Подумай о своем поведении. Ну, мне нужна свиная жопа. Предлагаю идти искать этих свиней. Давай пойдем. Ага. Так. А куда мы пойдем их искать? Ой, я даже не знаю, честно говоря. Куда ты предлагаешь? Ну куда? Надо направо идти, наверное. Или подожди, у нас по дороге налево можно идти, да? Вниз туда. Да, давай по дороге налево туда сходим потом. Ну сейчас, наверное, не в этот день уже, а вот следующий-то начнется. Ну да, давай. Так. Ну, можно пока травки собирать. А вверху, кстати, червоточина есть. О, я же хотела сушилку сделать. А, ветки, да. У тебя есть ветки? Нету. А ты не собираешь ветки? Сейчас я попробую найти их где-нибудь. Я здесь на полях на них бегаю. Вот есть веточки, вроде сейчас насобираю. Так, сейчас тоже пойду. Ага, собираю. Что-то не густо здесь. Пара штук, все получилось. Что-то мы какое-то место себе выбрали гиблое. Гиблое? Ну почему? Кроликов много. Так, ладно, прыгал сюда закручиваем, посмотрим, что там. Ну, в принципе, если сделать удочку, то можно еще рыбку поймать. Ух ты, какое-то дерево с мордой. Живое дерево какое-то. Видел такие? Энд? Я не знаю, ну типа того, да. Типа большая елка ходит. Его вроде можно рубить, написано. Но он как-то... Ну, не стоит. Он мирный. Ну, он как-то не выглядит мирным, но я не хочу его трогать, конечно. А я так надеялась, что мне попадет эта девочка. Одна из двух. Пироманка? Ну да. Так, вот есть здесь пауки. Человеки-пауки. Давай еще сходим на пауков, поубиваем пауков, будет мясо. А ну что-то он сказал, неприятное что-то у него есть. Мне кажется, не особо хорошая идея есть массово прям. Но у нас кроликов там дофига. Я еще двоих уже вынул. Ну, все, бегу домой. Темнеет. Ой, блин, да, нам уже домой. Я что-то заблудился. Ой, куда я прибежал? Я в угол прибежал. Так, 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 не тупим. Где, куда будет ходить? Сейчас меня съедят, я чую одного здесь. No. Ну что ты, не умирай.
Ну нет, быки тут вокруг меня бегают, так что. Так. Так, все, я тут уже. Чего тут ты у меня не обозначаешь, честно говоря? Ну, по-моему, там, когда близко подходишь, то... Да нет, это не обозначалось вообще. Что можно съесть на груз? Кролика? Ладно, я не могу засунуть кролика в котел. Туда только мясо. Может, его убить надо, кролик? Не знаю. Вот на правую кнопку, да, убить можно. И готовить можно, складывать. А казан надо как-то разжечь или что с ним сделать там? Нет, просто напихиваешь, смотришь, 4 эти. Да. Нет, надо одно мясо. Одно? И, например, есть у тебя эти ягоды или морковка? Вот запихиваешь 3 и готовишь. 7 есть. Ну попробуй запихать 7, посмотри, что получится. Нельзя 7 класть. Ну вот. Понятно. Так. У тебя очень голодный прям. Я, кстати, туда тоже. Надо что-то делать. Ну что, пойдем по дороге вниз. Пойдем? Или да. Давай я один сбегаю пока. Потом пойдем вместе. Пойдем. Что нам там покажут? Что-то как-то невоодушевляюще выглядит. У меня с рассудком? А, нет, у меня с едой еда. У меня тоже. Во, какой вкус есть. Да, долго мы с тобой тут не протянем. Есть вот мамонт. Мамонт? Его можно убить? Да. О, синюшки. А он нас не убьет? Он? Нет. Ты надо резать его? Ой, блин, у тебя есть молоток? А, нету. И построить я его не могу, кстати. Да, почему-то. Нет. Веревка нужна и камень, да? Понятно. Так. Че ты куда? Ой, не знаю, что-то мне опять не стало. Ну тут это конец карты. Надо вниз идти, наверное. Конец карты уже? Ну там, видишь, река. Да, вот. Я до нее не дошел просто. Так, я набрал вроде с этих веток. Ребят, всем привет, кто смотрит. Скажите, пожалуйста, по звуку, все ли хорошо? Слышно, я сейчас накормлю свинюшку. Ням-ням. Она накакала. Отложил. Понятно. Скажите, пожалуйста, все ли хорошо? Всех ли слышно у нас хорошо? А то мы так настроились, как не пойми как. Ой, так. Короче, еды тут нету с этой стороны. Да что там вообще как-то? А справа у нас получается там стенка, да? Ну, вода. Я думаю, что надо в какую-нибудь червоточину прыгать. Ну, давай обратно, наверное, тогда. Надо забрать с собой только все плюшки наши. Нет, я думаю, на разведку туда спрыгнуть, а лагерь пускай здесь остается. Ну давай, там вверху была же червоточина у нас. Предлагаю какую-нибудь эдакую. Эдакую?
Ты в сторону лагеря бежишь? Я, да. Нет. Так, мне надо поесть, у меня 16 голода. У меня 34. Как вообще? Так, ребята молчат, значит, все наверное, плохо, вообще никого не слышно. Ну ладно. Ну так, для себя. Так, я надыбал ягодки. Можно прям две ягоды, да, класть? Да. Да можешь хоть три. Мясо и три ягоды, допустим. И должно что-то приготовиться. У меня две только ягоды, к сожалению. Может быть, семки можно... А, семечки нельзя, допустим. Нельзя, да, семки. Ну что ж, я еще один денек поголодаю и посмотрим, что будет. Я зажарю, да, кролика одного. А можно же семки есть, да, кажется? Или их лучше посадить? Что из них вырастет вообще? Их надо на грядки сажать. А, понятно. Так, ладно, кролик есть. Там внизу под дорогой еще есть. Ловушки тоже стоят. Ой. Это там, кажется, правее немножко. Что-то не ловят кролики. Только один. Ну как-то рандомно. Блин, я сейчас гуфнусь так. А ты ничего не готовишь? Ну, кроликов я ем. Нет, в казане, в смысле. Ну вот я накинул туда ягоды. А что не готовишь? А как готовить? Надо еще одно что-нибудь засунуть туда. Ну, мясо можно засунуть туда еще? Ну, наверное, можно. Давай попробуем. А, да. Ты наш не готовишь. Ну, вроде поперло. Так. Я же не умру моментально от голода. У меня будут хпшки сниматься, да? А, у меня 10. У меня 4. Так, вон что-то вывалилось там из казана. О, тефтельки, неплохо. Одна только тефтелька. О, ничего себе, они сколько устанавливают, есть. Так, сейчас я себе тогда тоже приготовлю. Давай-давай, они там устанавливают прям, знаешь сколько? 60. Ладно-ладно. Только у меня ягод нет. Я попробую семки жареные засунуть. А, жареные, кстати. Ой, я умру от голода. А. Ну ешь кроликов просто. Ем. Ну, 44. А вообще кроликов хорошо бы на зиму оставлять. Что, кроликов? На зиму оставлять. А-а-а. Слушай, может там грядку надо было строить, а? Ну, вообще-то да. Можно еще улей строить. Сушилка, казан. Нам надо кого-нибудь убить, чтобы было мясо. Мясо будем вялить. Вот есть 4 что-то... деревяшки? Не доски, а такие бревна. Да, есть. Давай я грядки построю. Куда их тут стыкать вообще? Непонятно. Так. Я тогда пойду поищу что-нибудь. А что мне искать? Ну, мы хотели вверх бежать вроде. Пошли. У тебя есть семена? Нет, я все съел. Ты съел? Это да одно хоть... семя, это типа на одну грядку, да, уходит? Вроде как бы да. Сейчас я засажу все. А, все, кончилось. Понятно. Ладно, я пойдем. Боюсь. Скоро начнется.
Че ты боишься? Начнется то, что я начну ржаветь. А что нам нужно? А, свиная жопа, да, нужна? Ну, да. Можно еще пауков, наверное, нафармить. А что из пауков нужно? Паутина или что? Мясо всякое, прочее. Нет, а для зонта. Жопка. А был же свин слева один. Может, его завалить сходить? Блин, надо было молот сделать. Можно было его дом раздолбать и все, и взять жопку. А, она у него там в доме сидит, жопка сидит. Когда дом. Жопа отдельно от свиньи живет, да? Понятно, понятно. Я сделал броньку деревянную, копье, если что. Сейчас давай сходим на разведку. И на следующий день пойдем. Вот, вот дерево, видишь, как стоит. А, это много. Адское дерево. А вот пауки. Тут будут сейчас. Может, пауков нафармим? А что они дадут? Лопата есть? Чего? Лопата есть? Нет, нету. Ну давай, может, пауков зарубим. Давай. Мясо. Давай. Ой, блин, он молодец уже. Сейчас погоди. Ой, беги. Ё-моё. Ой-ой-ой. А, беги, что ты делаешь? Ай. Надо их это, хит энд ранить. Ну нафиг, беги. Беги! Ой-ой-ой. Беги! Да бей же ты, да что ж такое-то? Нет, не ты бей, я имею в виду про себя. Ты не бей. Я поняла. Ай-яй-яй. Они вообще по ним не попадают даже почти. Почему-то. Ай, блин. Я еще рюкзак там сбросил. Ой-ой, я умер. Пошли. Я умер. Беги в лагерь. Я умер. В лагерь идем, приведи. А, я могу ходить, ничего себе. Я шторочка. Я тебя воскрешу. Я шторочка теперь. Блин, я сейчас умру от голода. У меня 5. Да, бесславная смерть. Попарни. Откуда их там много так вылезло? Че, не офигели, что ли? Здрасте. Так. Ай, сейчас воскрешу тебя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все плохо, да? It's alive! О, у меня и пузо полное, кстати. Может, мне проще умереть? Так, пошел я искать кроликов туда. А мой лут там валяется ведь, да? Да. Надо забрать его, сходи. А лопатой можно могилу раскопать, да? Ой, я умерла. Да? Как? Что случилось? Да, дождя. А, тебя залило дождем. Блин, и как тебя воскресить теперь? Мне нужна паучья железа. Как ходишь в машине, крафтишь рассыпное сердце. А у меня же нет паучьей железы, кажется. Поставь-то лишь. Или там есть в сундучке, у нас нет? Я его использовала для тебя. Понятно. А, был же алтарь. Был, да. Так, да, сейчас посмотрю только. А где ноет сердце? Выживание, да? Выживание, понятно. Понятно. Так, нужно... У нас есть вот этот... Чем разжечь костер-то?
берешь бревна или что-нибудь подобное и закидываешь вот так. А где был этот, как его, алтарь на карте? Я что-то не вижу. Он где-то был в самом начале, там где начинали мы. Я уже не вспомню, где это. Справа внизу где-то. Справа внизу что-то у нас есть тушеное. А что, зимой кроликов нет, да? Нет. Их норки там, по-моему, засыпает следом. Блин. Вот так. Чуть я не помню, где. Ладно, садик. Ну, сейчас день настанет, я сбегаю туда. Заберу свои. Свои деревяшки всякие. Я это R2. R2, R2. Беда, беда. Да. Сколько дней? Ну, пока 8. 7 дней где-то примерно, да. Ча-ча? 7 дней примерно где-то я прожила. Так, давай я соберу, что тут есть у тебя пока. Что-то я не вижу алтаря. А ты на карте не видишь алтаря? Чё случилось? Косвет потух. Где? Я умер. А чё, почему потух этот-то? Я чё-то отвлёкся на секундочку и... Там дождь пришёл? Или чё? Не знаю, может, вы этот надо было ещё. Ну нормально, чё, 8 дней смотри. Как профессионалы прям. Ну чё, ещё разок? Предлагаю на этом эпическом. Закончить? Да, на этом эпическом. Ну давай закончим всё же. Первый. Первый трай удался, конечно, да. Мы, конечно, с тобой вообще молодцы, нифига ничего не знаем, мы играем. Ну, ничего страшного. Мы научимся. А что, можно что-то сделать, что ли, еще? Ну, алтарь ведь есть, мы можем. А, туда. Можно долететь до алтаря, типа, да? Угу. Все, понял. Я его только не вижу на карте, где он вообще? Ты видишь? Ну смотри, сейчас скажу, где он. Я не знаю, как тебе объяснить. Прям вниз, если смотреть, чуть правее будет. По-моему, это он стоит там. Ну полетели, посмотрим. Так сейчас же старт будет, нет? А, честно. Ну мы не успеем полететь. Тут тем более сейчас речка будет еще. Эх, жаль. Жаль. У тебя такая банка получилась. Спасибо за комплимент. Ну, а я шторочка, смотри. Я шторочка. Ну что, давай заканчивай тогда, ладно? Да, придется. Сейчас посмотрим. Я, наверное, GTA-шку туда запущу, немножко погоняющую. Ладно, я тогда отключаюсь, всем пока. Да, давай, спасибо огромное. Всего, давай. Давай, все. Вот такие дела, ребята. Пипец. Так, сейчас, секундочку.
Так, с Don't Stuff мы закончим на сегодня. Давайте сейчас сделаю рестарт быстренько, и в GTA-шку мы порубимся еще немножко. Так. Вот, сейчас буквально через 5 минут, ребят, трансляцию запущу снова. И будем в GTA 3 продолжать играть. Заканчивать, точнее, уже. Там у нас почти конец. Вот. Спасибо огромное за внимание. Сон мы еще порубимся обязательно. Так. Все, ждите GTA.